Посмотри, где мы. Мы на месте. Кто у нас крепкий парень? Ну, кто у нас крепкий парень? Я крепкий парень. Ты у нас крепкий парень. Не бейся головой. А теперь давай расслабься, хорошо? Ларри, у нее был ребенок, мужик. У нее был ребенок. Я ничем не могу тебе помочь. Я ведь ранен. Тяжело ранен, Ларри. И без врачебной помощи я умру. Рана нехорошая, да. Ларри. Пожалуйста, подержи меня. Да, конечно. Тебе можно бояться. Храбрости сегодня уже показал. Все будет хорошо. Раны в колено и в живот самые болезненные. Но сразу от них не умирают. Да уж, блин. На это требуются дни. Послушай, Ларри. Благослови тебя Господь за то, что ты пытаешься сделать. Слушай меня. Ты можешь мечтать о смерти, но будешь жить несколько дней. Время на твоей стороне. Но когда приедет Джо, а он вот-вот подъедет, он тебе поможет, он о тебе позаботится. Окей? Давай подождем Джо. Он тебя мигом соберет. Я окей. Понял? Я немного запаниковал. Но сейчас я собрался. Так точно!